отдаю себе отчет, наверняка и вас тоже, потому что барная стойка это какой-то магический, я не знаю, процесс, когда ты за первый год работы становишься настолько другим, у тебя появляется больше знакомых и друзей, чем было за все годы до барной стойки. И вот я считаю, что когда ты встал на этот путь, можно смело сказать, как про десантников, бывших барменов не бывает. И тот, кто, да, из общепита просто не вырваться, и тот, кто прожил вот именно эти годы здесь, отдавая свое тепло, радость, душу, подавая напитки, спаивая и в конечном итоге развлекая себя и развивая себя, ты стал другим. Я вот за эти перемены хочу огромное спасибо сказать вообще в целом профессии. У нас обычно был такой тост, обычно мы когда пьем, одну руку кладем на барную стойку, а второй чокаемся и говорим за мамку. За мамку, за барную стойку. Вот хочется выпить за нее, и именно наша барная стойка нас всех объединила. Давайте так сделаем, и кому налито, я с удовольствием подержу. Александр Георгиевич, да, сейчас секундочку, двадцаточку. Опа, шотик. У кого не налито? Парни стараются сегодня. Огромное спасибо нашим барменам. И, конечно же, во всей этой профессии есть, помимо всех вот плюсов, одно качество, которое неоспоримо. Это светлый, честный, смелый взгляд любому человеку в глаза. Ты можешь с бабушкой на остановке заговорить обо всем. Ты можешь смело разрулить любую ситуацию в жизни. Ты можешь, не стесняясь, общаться вообще со всеми разного уровня людьми. И ты можешь продавать вообще все, что угодно, после того, как постоял за барной стойкой. Это и отличный трамплин, и целая жизнь, которую мы проживаем здесь, в баре, и видим, как проживают эту жизнь наши гости. Ну, давайте уже выпьем. Спасибо, что пришли. Спасибо.